Главная новость на сегодня у многих так или иначе связана с учебным процессом. Ну а что еще происходит у саратовцев в жизни, выясняла наша съемочная группа. Далее смотрите рубрику «Народные новости». Мы из музыкального училища, вот, и мы сегодня сдаем фортепиано. Сессию сдали. Закончили школу. На пляже повалялся. В Москву уезжаю и решил остаться там. Приобрели алкотестер другу в подарок. Я познакомилась с парнем. Рассталась с парнем. Я учитель день рождения. Телефон потерял. Помог сегодня бабушке с автобуса вылезти.